Новоуральске вынесли приговор мужчинам, обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней. Первому рабочему одного из городских предприятий суд назначил наказание 16 лет строгого режима, второму бывшему участковому полиции 20 лет особого режима, также каждому 1,5 года ограничения свободы. Наркотики обнаружили сотрудники ГИБДД во время проверки автомобиля. Инспекторы остановили «Тойоту», чтобы проверить документы у водителя. Пассажир при виде стражи порядка заметно занервничал, поэтому было принято решение провести досмотр, во время которого обнаружили пакет с наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Подъем заболеваемости COVID-19 среди детей зафиксирован в Первоуральске. За 4 дня медики подтвердили 31 случай коронавируса. Причем болеют дети разного возраста, от грудничков до 16-летних подростков. Все обратившиеся наблюдаются амбулаторно у участковых педиатров. Врачи напоминают, лучшей защитой от ковида по-прежнему остается вакцинация.